Всем доброго времени суток. Очередная бандероль с Китая на ощупь. Скорее всего, это очередное лего. Так и есть. Это супергерои. Вот такая вот вся помятая коробка. Так, и смотрим, что здесь у нас внутри. Сам человечек, вот такой, вот такая вот карточка к нему, и инструкции нет. Ну, чем во все лего ложить одинаковые инструкции, лучше уже никакой не ложить. Стоимость данного заказа 96 центов. Заказ был сделан на сайте GearBest, добирался сюда около месяца. В принципе, все эти посылки, они не отслеживаются по Украине, но по Китаю отслеживаются. До Киева отслеживаются, а потом неизвестно, сколько лежит. Более 2 недель лежит в Киеве. И по Украине отслеживание не происходит. Ссылку приложу в описании, кому интересно, заказываю. На этом все. Всем пока.